Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре AirMouse Q5M. Давайте познакомимся с ним ближе, узнаем, какие у него есть классные функции и чем же он сможет вам помочь. Поехали! А теперь давайте распакуем его. Это шестиосевая аэромышка, в комплекте которой есть сам пульт, непосредственно инструкция, а также USB-адаптер. Обычно он хранится в батареечном отсеке. Мы его сразу вынимаем. Комплектуется моделька двумя батарейками типа 3А и достаточно компактная, имеет очень, уже распространенный дизайн. Именно поэтому будет классной заменой, например, к Xiaomi. Итак, сам пульт выполнен из ABS пластика, почти полностью матовый, но также есть глянцевая поверхность для того, чтобы сделать его более стильным. По функционалу имеет только основные кнопки, то есть включение вашей приставки или телевизора, или же любой другой техники, которая, в принципе, которой будете использовать этот пульт. Это функция Mood, вызывание и выключение гироскопа, соответственно, меню лист, навигационные кнопочки с кнопочкой ОК, очень важная кнопка голосового управления, что на самом деле очень здорово. Также есть меню Home, Back и, соответственно, листание громкости и каналов. Также при использовании этого пульта у вас могут возникнуть трудности с скоростью гироскопа. Для кого-то он будет слишком медленный, для кого-то он будет слишком быстрый. А в принципе, производители предусмотрели такую, в общем-то, возможную проблему и сделали возможным регулировку скорости гироскопа. Для этого вам необходимо зажать кнопочку ОК и кнопочку Volume Plus или Volume Minus, в зависимости от того, хотите вы замедлить ваш курсор или, наоборот, его ускорить. Очень интересный пультик у нас сегодня был с вами в обзоре. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Эльвина. Всем пока!